Итак, мы говорим про допплерографию сосудов печени. И сразу для себя отметим, что это дополнительный инструмент к оценке тех изменений, которые мы получаем в Б-режиме. Если у нас появляются возможности оценки сосудистого русла печени, мы можем сделать более однозначные выводы о том, что происходит с органом, допустим, на уровне паренхимы. Да? Ясно, что все эти инструменты позволяют нам быть более объективными. Для этого сначала мы обговорим вопросы допплерографической нормы сосудов печени, чтобы было с чем сравнивать, да, от чего отталкиваться. И самый первый сосуд, который мы должны оценивать, это, разумеется, воротная вена. И начинаем с ее основного ствола. Вот он на этой эхограмме показан. Обратите внимание, как сейчас здесь стоит линия, которая соответствует именно углу пересечения сосуда и непосредственно испускаемому лучу из датчика. Но вот здесь никак не больше 30 градусов, это как раз оптимальная, да, ситуация. То есть вот в таком положении нам и надо регистрировать. Тоже здесь не очень хорошо видно, но все-таки можно сделать вот так вот вывод, что около 25 сантиметров в секунду шкала у цветового доплера настроена, да? Значит, скоростные потоки, которые здесь будут регулироваться, вот они оптимально нацелены на эти числовые значения. И что мы в качестве допплерографических показателей у основного ствола воротной вены должны для себя отметить? Первое, что в воротной вене кровоток должен быть постоянный. Что значит постоянный? То есть он во все фазы, и в систолу, и в диастолу, располагается выше изолинии, поэтому он направленный к датчику и красится красным цветом, и не прерывается во все периоды фазы систолы и диастолы. Да? Он сплошной. Это выглядит как на спектральной кривой однозначно, нигде нет перерыва с уходом за базальную линию, так и на цветовом доплере это тоже хорошо заметно, что он красится в норме, только в данном случае красным цветом, то есть цветом, который обозначает движение к датчику. Следующее это направление, помимо того, что мы сказали, к датчику, мы должны отдавать себе отчет, что это должно быть в норме всегда гепатопитальное направление, да? То есть направление к самому органу. Ни в коем случае не от органа. Скоростной режим. Здесь скорость кровотока должна быть низкой. И значит, настройка самих параметров, о которых мы с вами только что говорили, когда на аппарат смотрели, должна быть именно с этим учетом. Но вот здесь выставлено 25 сантиметров в секунду в цветовой шкале. И, соответственно, шкалу, которая связана с измерением доплеровского, пульсового доплеровского режима, здесь вот она еще, да, она настроена аналогичным образом. И скорость кровотока 15-28 сантиметров в секунду, вот это считается нормативной для воротной вены. Следующее, что мы можем отметить, что эта кривая доплеровского спектра, хотя она постоянная, но она в то же время имеет определенную волнообразную форму. Да? Вы видите, что у нее есть своеобразные такие неглубокие, но волны, повторяющиеся, и они являются именно в значительной степени тоже отражением дыхательных экскурсий. Это дыхательные волны, да? Мы это можем проверить на высоте вдоха, на задержке, на пробе вальсальвы. И это будет сопровождаться тем, что тоже на именно вдохе скорость возрастает. Да? То есть вот эти пики, которые мы видим на обеих спектральных кривых, это пики, соответствующие фазе вдоха. Что касается самого кровотока, вот если включить звук, то он вот такой с низким тембром и, как говорят, слегка турбулентный. Мы эту незначительную турбулентность на обеих картинках тут вот видим в цветовом режиме. Но и многие вообще не включают звуковой сигнал. Я стараюсь, когда акушерские измерения делаю, всегда его отключать, потому что, когда датчик меняешь, иногда это очень пугает и саму беременную, и сам испугаешься, уж, наверное, для ребенка еще тем более, да? И поэтому как бы вопрос, включить звук или отключить, если он легко регулируется на аппарате, это зависит зачастую от нас. Но вот один из дополнительных критериев, которые можем здесь для оценки использовать, это аудиосигнал, поэтому про это тоже помним. И помним для себя, что сама воротная вена, она представляет такой необычный сосуд. Помним, что это так называемая чудесная сеть печени, которая, по сути, вставлена между двумя разными капиллярными руслами. С одной стороны, это капиллярное русло, это синусоиды печеночные, непосредственно в печени обеспечивающий процесс детоксикации, да? А с противоположной стороны, это так называемые мезентериальные сосуды, которые обеспечивают процесс всасывания из петель тонкой кишки. Ну, не только тонкой, да? Мы говорим про допплерографию сосудов печени. Значит, этих сосудов три типа, да? Воротную вену мы рассмотрели. Теперь печеночная артерия. Ведь триада включает в себя ветви воротной вены и ветви печеночной артерии. Какова норма у печеночной артерии? Но прежде всего скажем, что направление кровотока в печеночной артерии совпадает с направлением кровотока в воротной вене. И это при ЦДК выглядит так, что оба красятся в один и тот же цвет. Да? Вот это печеночная артерия, артерия гепатика. Видите, диаметр ее значительно меньше, чем у печеночной вены, а это, соответственно, я говорил о воротной вене, а это вена порта, воротная вена. И вот они друг к другу прилежат, может даже сложиться впечатление при таком статическом изображении, что это какие-то ветви от одного сосуда отходят, но при динамическом исследовании вполне ясно, что это совершенно разные сосуды с разной скоростью кровотока тоже, да? Направление кровотока всегда антеградная. Что это значит антеградная? То есть, если мы смотрим на спектральную кривую, вот на эту, это всегда в направлении к датчику. Опять-таки, это не должно уходить за пределы базовой линии, то есть спускаться в ретроградном направлении. Да? Всегда над базовой линией. Да? На протяжении всего сердечного цикла за предел базовой линии не уходит. Очень важный тоже факт для обозначения нормы в данном случае – это быстрое систолическое ускорение. Быстрое систолическое ускорение. Что это значит? Вот посмотрите, я провел сейчас на правой эхограммке внизу две вертикальные желтые линии. И, собственно, первая вертикаль, она в начале систолы, а вторая вертикаль где? Во время пиковой систолической скорости. Они близко, они почти сливаются друг с другом. Это как раз временная шкала и указывает на то, что время, когда скорость повышается от конечно-диастолической до пиковой систолической, занимает очень небольшое пространство. Да? Это именно быстрое систолическое ускорение, характерный критерий в данном случае. Можно то же самое было бы нарисовать здесь. Ускорение достаточно такое быстрое. И, наконец, индекс резистентности 0,5-0,7. Это как раз тоже характеризует средние значения индекса резистентности. Когда мы с вами перед этим в первой части нашей лекции рисовали на доске и для низких указывали меньше 0,44, но упоминали, это касается особенно злокачественных характеристик в гинекологии, да? Ну и меньше 0,5 это именно низкие, да? Выше 0,5, 0,5, 0,7 это средние значения, да? Индекс резистентности. И глядя на нашу шкалу, мы тут как раз видим, вот в данном случае это будет приближаться вот на этом изображении визуально к 0,7, да? Вот здесь. Индекс резистентности, если его реально померить, будет около 0,7. Теперь поговорим про взаимоотношения печеночной артерии и воротной вены вместе. Ведь они идут рядом, да? И, соответственно, кровоток, который в этих сосудах, он должен оцениваться совместно. Прежде всего, значит, если мы просто включили ЦДК, принципиально важно, что это одинаковое направление. Настолько бросается в глаза, что зачастую мы не можем увидеть при неидеально настроенной шкале этот артериальный сосуд, который рядом с веной порты. Она зачастую маскируется за ним, если ее тщательно, прямо так скажем, не выводить, не вылавливать, да? Потому что кровоток у них однонаправленный, и значит цвет красный. Красный цвет в данном случае обозначает не только движение к датчику, но и гепатопитальный кровоток, но при этом как распределяется кровь. Получается, что большая часть ее, до 80%, проходит через воротную вену или, скажем, поступает в печень через воротную вену. И только 20-30% через печеночную артерию. То есть, что касается перфузии через печень, то количество крови, поступающей в этот орган, на 80% из венозного русла, именно из воротной вены, да? И только на 20-30% из печеночной артерии. И это очень важный факт, который просто сам по себе, как закономерность, поддерживает определенный механизм сохранения печеночной перфузии. Он заключается в том, что если будет снижаться кровоток по воротной вене, то это к чему приведет? Вынужденно будет возрастать кровоток по артерии гепатика. Да? Вот эта закономерность принципиальная. То есть если по воротной вене в патологической ситуации кровоток уменьшится, значит, артерия гепатика должна на себя взять компенсацию и кровоток усилить. Это будет касаться и объемного кровотока, и некоторых показателей, связанных с механизмами резистивности стенки. Мы чуть позже это увидим. Теперь третий группа сосудов – это печеночные вены. Какова у них допплерографическая норма? Вот на этой картинке мы видим, что практически сразу три печеночные вены все подкрасились. И я хочу обратить ваше внимание на то, о чем мы говорили только что. Да? Вот смотрите, тут датчик, да, и, соответственно, импульс идет вот так. Почему у правой печеночной вены не прокрашенная часть? Потому что тут строго 90 градусов, да? Угол, который мы проводим через середину, скажем, датчика, через середину вот этой зоны опроса, и вот, смотрите, и сосуд. Вот здесь не прокрасилось. Из-за чего? Потому что 90 градусов. Да? Когда 90 градусов, Мы даже на ЦДК этого не видим, и понятно, что при измерении в пульсовом режиме это будут значения неадекватные или невозможные для получения. Что касается направления потока, это синий цвет, это значит от датчика. Кровь движется от датчика куда? К нижней полой вене. Направление – это движение в сторону сердца через нижнюю полую вену. Значит, собственно, вот эту нижнюю полую вену сейчас мы видим в обведенном участочке, и отсюда она непосредственно будет уже впадать в правое предсердие. И здесь спектр доплеровской кривой совсем иной. Посмотрите, он трехфазный. Это принципиально, да? Он отличается от того спектра, который мы видели в воротной вене. И здесь есть фаза антеградного и ретроградного кровотока. Да? Здесь часть движения жидкости направлена вниз от базовой линии, а один из пиков направлен в сторону датчика, то есть ретроградно по сравнению с основным направлением тока. Давайте это представим себе более подробно. Вот как эта трехфазная схема выглядит. Вот таким образом. Есть один из пиков, соответствующий фазе систолы, один из пиков, соответствующий фазе диастолы. И когда кровь переходит через базовую линию, вот эта реверсная фаза, она как раз соответствует ретроградному движению в противоположную сторону. Здесь тоже важно, что эта трехфазная схема отражает фазы дыхательного цикла. И что особенно важно, что она тоже отражает изменения центрального венозного давления, передаваемого из правого предсердия. Почему это важно? Потому что мы тогда можем сделать определенные выводы о застое в правом сердце по состоянию кровотока в печеночных венах. Да? Мы это можем не только визуально в Б-режиме увидеть, да? Такое нередко имеет место в третьем триместре беременности, да, когда головка плода давит на нижнюю полую вену и существенно расширяются печеночные вены при этом, да? Но это может быть и в ситуации патологии сердца, и тогда по состоянию печеночных вен мы можем судить о давлении в правом предсердии. Другой аспект, когда мы говорим про печеночные вены, вот тут термин податливость, да? По сути своей это можно перевести в термин эластичности, да? Он отражает определенную эластичность легочной паренхимы или наоборот ее потерю, когда возрастает жесткость. Интересно, вот на этом семинаре, которым я был на прошлой неделе, неоднократно подчеркивали наши ведущие специалисты, что мы должны вообще отходить от термина эластичность в сторону жесткости. Да? Что по сути своей вот этот механизм мы должны были бы в данном случае обозначить как потерю жесткости печеночной паренхимы. Да? То есть, если жесткость возрастает, то снижается тогда вот, характеристика движения стенок сосудов, внутри которых располагается этот сосуд. Принципиально важно, что на глубоком вдохе, на пробе вальсальвы, смотрите, может как измениться кривая. Могут все три пика оказаться ниже базовой линии и сама по себе, характеристика пиков становится более уплощенной. Но это может быть в норме, поэтому надо всегда отдавать себе отчет о фазах дыхания пациента, следить за этим где-то, чтобы не сделать неправильного вывода. Вот когда мы рассмотрели норму, какая она должна быть, теперь давайте поговорим про патологические изменения доплеровского кровотока. Патологические измерения. Что касается основного ствола, также по отдельности мы смотрим. Изменения могут быть, скажем так, двунаправленны. Вот первый тип, это выглядит следующим образом. Повышение пульсатильности спектра. Но прежде всего обратите внимание на саму спектральную кривую, которая в нижней части эхограммки. Да? Смотрите, по сравнению с тем, что мы видели в норме, пики гораздо более выражены, и в том числе есть ретроградный пик, располагающийся ниже базовой линии. И в связи с этим он в таком случае повышения пульсатильности может походить на спектр печеночных вен. Да? То есть они становятся схожими, и это обусловлено тем, что при уменьшении податливости печеночной паренхимы, при увеличении ее жесткости происходит передача давления через печеночные синусоиды с печеночных вен на воротную. Да? И воротная вена реагирует. Она как бы подстраивается, она отражает состояние печеночных вен. Одновременно это повышение пульсатильности отражает изменения также точно состояния в правом сердце, и мы можем судить о правожелудочной недостаточности вот по такой форме кривой в основном стволе воротной вены. Тоже я еще раз хочу отвлечься. И на этой картинке, возвращаясь к углу, да, показать, смотрите, что пробный объем поставили вот где, а могли бы вот здесь. И если здесь, это было бы неправильно и неточно. Да? Угол тогда был гораздо больше, приближающийся к 90 градусов. Да? То есть вывести вручную можно по-разному. И лучше вот этот угол сделать максимально приближающимся к нулю, чем максимально приближающимся к 90 градусов. Если вот сюда поставить пробный объем, это будет близко к 90 градусов. Да? Дальше мы, конечно, можем вращать рукоятку угла на панели управления, но тем не менее исходно желательно правильно выставлять пробный объем. Значит, такое же изменение с повышением пульсатильности основного ствола воротной вены может быть связан просто с фактом трикуспидальной регургитации. Да? Это также сопровождается нарушением спектра в основном стволе воротной вены. В норме это может иметь место у молодежи и у детей, да? То есть за счет повышенной эластичности. Совершенно другая ситуация, противоположная. Да? То есть мы с вами исходно рассматривали нормальную картину пульсовой волны, а вот здесь это противоположные примеры измерения. В одном случае максимально пульсатильность усиливается, а здесь наоборот исчезает. Фазность всякая исчезает. Посмотрите, она стала словно бы резко уплощенной. спектр совершенно однородный, как такая своеобразная прямая линия. Именно эта ситуация характерна для цирроза печени, для фиброза печени. Если увеличение пульсатильности прежде всего для патологии правого сердца, то вот такое уплощение связано с признаками повышения фиброзирования и с циррозом. Что касается печеночной артерии, то здесь тоже проявления патологических изменений могут быть разнонаправлены. Вот это первое направление, первый тип – повышение резистивности за счет снижения диастолического кровотока. Резистивность повышается, но именно, важно подчеркнуть, за счет снижения диастолического кровотока. Как это выглядит? Вот в норме так, мы говорили 0,5-0,7, индекс резистентности, да? Диастолический кровоток, конечная диастолическая скорость, вот она. Значит, для этого первого типа это должно уменьшиться. Вот так в норме. И тогда индекс резистентности, мы говорили, 0,5-0,7. А что касается патологической ситуации, связанной с портальной гипертензией, например, вот так это будет выглядеть. Чем отличается? Посмотрите. Диастолический кровоток уменьшается, приближаясь к базальной линии, и в данном случае он становится больше, чем 0,8. Да? Вот он приближается здесь к базальной линии и стремится к единице. Вот если их сравнить вместе на одной спектральной кривой, вот это становится достаточно наглядным. Да? То есть для печеночной артерии характерно в таком случае усиление, увеличение резистивности, обусловлено именно неподатливостью паренхимы, расположенной вокруг. Она становится жесткой за счет фиброзной ткани. Итак, этот признак, он характеризует какие ситуации? Прежде всего, портальная гипертензия, ну и ситуации, которые контролируют в таких условиях трансплантации, как реакция отторжения печеночного трансплантата. В физиологических условиях принципиально важно, что это тоже может иметь место после приема пищи, да? Поэтому мы должны здесь быть достаточно категоричными и внимательными, чтобы не допустить ошибки, связанные просто с условиями осмотра. Вторая ситуация, патологического типа кровотока, полностью противоположный первому. Он называется тардус парвус. Тардус переводится как редкий, а парвус как малый. Это такое общее название спектра, который сейчас представлен внизу. И этот спектр тоже характерен для ситуации со стенозом, например, почечной артерии, да? Когда появляется признак тардус парвус. Мы его визуально узнаем. Чем он характеризуется? Смотрите. Прежде всего, это удлиняется время ускорения. Вот так. Мы говорили, что пиковая систолическая скорость, вот она, а конечно-диастолическая, вот. И весь этот участочек, от конечно-диастолической до пиковой систолической, он существенно расширился, от чего кривая так изменилась. Вот это и есть то, что связано с характеристикой тардус, редкий. Второй момент. Малодифференцированная форма систолического пика. Что это значит? Посмотрите, вот он так просто как волнообразная такая умеренно горбатая линия поднимается, и нет резко выраженной заостренности, связанной с систолическим пиком. И потом так постепенно тоже сходит на нет. Наконец, постепенное снижение скорости в диастоле. Вот он будет спускаться также очень плавно. И все эти три как раз фактора, которые сейчас обозначены этими цифрами 1, 2, 3, можно сделать фигурную скобку и объединить понятием тардус, редкий. Да? Редкость связана с удлинением времени акселерации, с снижением дифференцировки самого горба систолического пика и с постепенным снижением скорости в диастоле. А вот что касается парвус, малый, то есть это характеризует вот следующий пункт, низкую скорость кровотока. Вот эта максимальная скорость кровотока, она здесь будет снижаться. И вот такой тип кровотока, он характерен для стеноза артерии печеночной. И мы только что упоминали не только печеночной, да, этот признак такой универсальный и тоже для нас важен при оценке почечного кровотока, при стенозе почечной артерии. Наконец, следующая группа сосудов, которую мы также оцениваем, это печеночные вены. Какой здесь будет патологический тип доплеровского спектра? Прежде всего, исчезновение или даже полное исчезновение, либо в меньшей степени выраженность, просто стертость этой трехфазной формы кривой за счет потери реверсной фазы. Как это будет выглядеть? Смотрите, вот эта реверсная фаза почти здесь неразличима, да? Эта ситуация отражает повышение давления тоже в правом сердце. И при более выраженной ситуации она может стать вообще монофазной, да? То есть это усугубление процесса вот до полностью монофазного типа строения. Иногда, глядя на вот эту форму спектральной кривой, используют термин портализация. Что это обозначает? Это обозначает то, что спектр печеночных вен становится похожим на спектр воротной. Да? Вот этот термин портализация, он, как правило, является следствием, опять-таки, уменьшения податливости печеночной паренхимы, то есть возрастания ее жесткости. Да? Жесткость паренхимы возрастает и теряется характерная трехфазная форма кривой. Значит, мы просто сейчас перед этим разобрали симптомы у каждого сосуда, как бывает в норме и как мы можем увидеть ситуацию отличную от нормы. А дальше нам надо делать выводы. И сейчас мы рассмотрим характеристику, связанную с наиболее частой ситуацией с портальной гипертензией. Для того, чтобы говорить о ее развитии, нам нужно представить, какие этапы она проходит, да, и какие факторы действуют, да, каков патогенез. Вот на этой картинке вы видите, что по периферии печени здесь какие-то очаговые округлые структуры по всей периферии расположенные. Да? Это как бы картина такого макронодулярного цирроза, да, изображена. Цирроз может быть макро- и микронодулярным. При микронодулярном мы не видим самих узелков. Мы просто увидим, как в Б-режиме говорили, так называемый симптом dotted line, да, прерывистой линии, когда капсула, она словно бы идет не сплошной линией, а пунктирной. Из-за чего? Потому что мелкие узелки, которые глазом не очень хорошо цепляются в Б-режиме, они все-таки нарушают целостность капсулы и делают ее не сплошной. Но вот здесь для удобства показана именно картина макронодулярного цирроза. И, соответственно, это сопровождается повышением сопротивляемости паренхимы или жесткости, бы мы сказали, да? Все-таки термин резистивность, мы говорили, характерен именно сегодня для сосудистого русла, а с расширением эластографических подходов мы должны говорить, что паренхима становится более жесткой. И в связи с повышением жесткости паренхимы в результате фиброзирования, что происходит с воротной веной? В ней скорость будет падать. Да? От того, что неподатливая паренхима, скорость в воротной вене уменьшается. Если этот процесс будет усугубляться, понятно, это происходит не за один день, это растянуто все во времени, то в конечном итоге это сопровождается повышением давления в воротной вене, а следующий этап, следующий фактор сопровождается ретроградным кровотоком в воротной вене. То есть, когда давление повышенного в воротной вене не хватает, чтобы все-таки пройти антеградно, кровь начинает двигаться в обратном ретроградном направлении. И вот это ретроградное направление сейчас показано, видите, тем направлением, противоположным от гепатопитального, то есть это гепатофугальное направление появилось, да, когда возникает необходимость сбрасывать эту кровь, а ведь ее в норме было 70%, да, через какие-то другие сосуды. В связи с этим возникают коллатерали. Эти коллатерали обеспечивают движение крови в обход через сосуды, которых в норме либо нет вообще, а только какие-то капиллярные их, так скажем, предшественники, либо эти сосуды, которые имели место в эмбриональном периоде, а тут они реканализируются. И в результате, поскольку эти сосуды не приспособлены для такого повышения кровотока и нагрузки, то возникает угроза кровотечения, потом сами кровотечения. Да? И это, собственно, клинический признак, который уже становится одним из первых заметным. А получается, что на УЗИ мы можем это оценить раньше, до стадии развития клинического кровотечения. Что эхографически мы в Б-режиме оценим, что появляется для портальной гипертензии характерный признак асцит. Вот яркий такой пример вокруг печени и желчного пузыря, полностью анэхогенная зона за счет жидкости, расположена по периферии. Сама воротная вена расширяется больше 13 мм, а ее притоки расширяются более 10 мм. Я хочу напомнить, как формируется воротная вена. Она складывается как своеобразный такой признак, если хотите, похожий на стул, да? Вот основной ствол воротной вены. И она собирается из таких трех сосудов, да? Это вена мезентерика superior, вена мезентерика inferior и вена лиеналис. Вот здесь мы можем нарисовать селезенку для того, чтобы вена лиеналис была узнаваема. И значит, мы говорим здесь больше 10 миллиметров, больше 10 миллиметров, больше 10 миллиметров, а это больше 13 миллиметров. Да? Основной ствол расширяется. Тогда спустимся на притоки, чтобы их визуализировать. Они тоже будут расширяться до соответствующих числовых значений, которые для нас являются такими пороговыми. Появляются коллатерали и появляются допплерографические маркеры. Коллатерали мы можем увидеть ведь в Б-режиме, да? То есть мы сначала их цепляем глазом в Б-режиме, посмотрим, где их искать и как. А допплерографические маркеры – это те симптомы, которые мы с вами разобрали перед этим. И всю картину мы должны собрать вот в этот узел, чтобы сделать вывод о портальной гипертензии. Теперь, когда мы говорим про коллатерали венозные, давайте сориентируемся, где их искать и что они из себя представляют. Да? Хочу сразу оговориться, что в классических учебниках по, скажем, анатомии, по патофизиологии вот эти коллатерали, которые связаны с портоковальными анастомозами, они существенно дополнены сейчас с момента использования допплерографии в связи с тем, что мы, допплерографии и УЗИ вообще, да, даже в Б-режиме, в связи с тем, что мы видим больше, чем это выявлялось клинически, да, больше, чем голова медузы, больше, чем просто расширение венозных сосудов вокруг пищевода и так далее. Да? Поэтому на самом деле мы здесь должны искать гораздо больше анастомозов, их больше может мест локализации быть, чем, скажем, в наших классических учебниках со школьного курса это изложено. И где мы их ищем? Ну, первый тот, который соответствует классическому представлению о расположении портоковальных анастомозов, это гастроэзофагиальный. То есть вот место перехода пищевода в желудок. И этот анастомоз между чем и чем? Венами, которые впадают по малой кривизне в сам ствол воротной вены, это воротные притоки, и вены, которые оттекают по периферии пищевода в вену кава супериор через вена азигос. Да? Вот это гастроэзофагиальные, в области гастроэзофагиального перехода мы конкретно должны искать. Вторые называются коронарные, они как корона своеобразная вокруг или внутри малого сальника, печеночно-желудочной связки. Это вены гастрицы и гастропиплеицы. Вот здесь количество их резко возрастает, и в области этой связки мы просто увидим в большом количестве расширение этих сосудов. В качестве примера, вот, например, для гинекологов хочу аналогию привести, да, норму и ненормы. Сплошь и рядом вы смотрите параметральные вены справа, они нормальные, да, перешли на левую сторону, они расширены. Даже не будет никаких допплерографических маркеров повышения, но они расширены. Из-за чего? Из-за того, что левые параметральные вены, они оттекают в левую почечную, и там под прямым углом впадают. Кровоток для них всегда с большей затрудненностью. И вот это очень наглядный пример. Вы переводите датчик справа налево и видите явно выраженную разницу. Так и здесь, когда мы будем смотреть в области малого сальника сосуды, в норме мы их там не видим, вот такого расширения наподобие, как в левой параметральной области, а для ситуации с портальной гипертензией сплошь и рядом они появляются. Да? Очень наглядно. Вот такие же вены, как, допустим, в левой параметральной области, связанные просто с затруднением оттока. Следующий – это тип расположения коллатерали, это умбиликальный. Помним, что пупочная вена облитерируется после рождения. Она может реканализироваться. Могут быть параумбиликальные вены. Да? Параумбиликальные вены в норме существуют вообще у всех людей, но, с другой стороны, там тип кровотока очень незначительный. Да? Они могут существенно реканализироваться и увеличить свой просвет, но и Пупочная вена также может расшириться, что для нормальной ситуации не характерно. Да? То есть где мы ее будем искать? В области лигаментум террес гепатис, да? Ту круглую связку, которую мы рассматривали с вами в границах между долями и говорили, что вот она похожа на, иногда бывает, какое-то образование повышенной эхогенности, мы там увидим сосуд, а при ЦДК увидим, что там кровоток. Гастролиенальные, вот они располагаются между большой кривизной и селезенкой, то есть в воротах селезенки увидим эти характерные расширенные сосуды. Я еще разок адресую к параметральным сплетениям, потому что они очень наглядны по визуальной картине. Что ждать, чего искать, допустим, в этом месте? Вы ставите на ворота селезенки. И что искать? Они очень похожи на вот эти расширения в левой параметральной области. Да? И, наконец, спленоренальный и гастроренальный тип расположения анастомозов – это касается прежде всего левой почки, которая в норме соприкасается с селезенкой. И вот на этой области контакта между ними тоже видим эти множественные венозные сосуды. Наконец, периспленальный непосредственно по периферии самой селезенки, это тоже будет бросаться в глаза. И интестинальные, вот эти в толще тонкой кишки. В большинстве случаев мы с вами просвет тонкой кишки не видим. Мы видим характерную перистальтику, и между этими перистальтирующими петлями, если появляются гипоэхогенные венозные сосуды, это один из признаков вот этих интестинальных коллатералей. Наконец, что касается ретроперитониальных анастомозов, то они располагаются уже позади восходящей и нисходящей петель ободочной кишки. Они у нас всегда хорошо заметны за счет хаустрации с содержанием газов. Позади них мы можем эти увидеть. Вот этот список, это перечисление важно держать в голове для того, чтобы целенаправленно выискивать. Появился один единственный какой-то признак. Да? Допустим, мы увидели снижение кровотока в воротной вене, но незначительное, да? 14 мм. 15-28 мы говорим норма, чуть-чуть изменилось. Мы видим, допустим, что диаметр воротной вены несущественно возрос, дошел до верхней границы 13. Ну и что это? Это норма или нет? Мы тогда целенаправленно просто ищем вот все эти анастомозы. Они далеко не всегда сами попадутся в глаза, да? Значит, мы конкретно ищем в области перехода пищевода в желудок, конкретно ищем в области малого сальника, конкретно ищем в области номер 3 круглой связки печени, в области селезенки по периферии и рядом с почкой, ищем в том месте, где располагаются петли тонкой кишки, и ищем позади хаустер восходящей и нисходящей ободочной кишки. Да? То есть, если это активно не искать, то на ранних стадиях, пока асциты не дождались, наши диагностика может оказаться недостаточной. Да? То есть для того этот список нужен, чтобы мы просто их целенаправленно помнили, что их надо выискивать. А как они выглядят? Для сравнения возьмите левые параметральные вены. Да? То есть расширение этих или такие расширенные сосуды левого яичка, которые еще не превратились в варикоцели, к примеру, да? Но мы их видим. Справа не видим, а слева видим, да? И это наглядная сравнение. Да? Если мы там видели, то мы здесь найдем. Они же не каждый день попадаются, да? И мы должны знать, что искать. То есть есть чем сравнивать. Посмотрели параметральные, посмотрели до того и запомнили, как они выглядят, посмотрели вены лозовидного сплетения правого и левого яичка, и уже эти симптомы целенаправленно выискиваем в перечисленных 8 участках. Теперь конкретно про эти портокарвальные анастомозы, как они выглядят в Б-режиме. Вот пример гастроэзофагиальных анастомозов. Вот это печень. Причем, смотрите, это тот уровень, когда у печени еще не закругленные края, да? Край острый. Это когда уже и так все очевидно, когда голова медузы и не надо УЗИ делать, и асцит такой, что и датчик ставить ни к чему, то это все поздно. Мы должны это искать раньше. Смотрите, край печени острый, а тем не менее в просвете вот где располагается малый сальник, здесь мы видим эти расширенные сосуды, которые представляют собой коллатерали гастроэзофагиальной анастомоза. Мы не всегда сам пищевод в области его впадения в желудок увидим демонстративно. Его надо выводить, целенаправленно выискивать. Но когда нам это необходимо, это как раз может быть таким дополнительным ориентиром. Пример умбиликального анастомоза. Вот так мы в поперечном, в сагитальном сечении саму печень можем вывести. И, соответственно, через непосредственно всю паренхиму печени проходит вот эта реканализированная пупочная вена. И посмотрите, кровоток здесь в направлении датчика, но при таком расположении датчика это получается из печени, это гепатофугальный кровоток. И, наконец, что касается гастро лиенальных анастомозов. Вот номером 1 сама селезенка, мы на ней встали. И видите, в ее воротах мы можем увидеть селезеночную вену, а рядом с ней вот эти отдельные мелкие сосуды, которые до этого не визуализировались. Еще примеры. Периспленальный, да? Вот номером 1 обозначена селезенка. Вы видите, здесь край ее существенно закруглен, да? Он в норме такой, как у полумесяца, да? Острый, а здесь он уже закруглен. И в области ворот мы видим такие коллатерали, которые будут загибаться и за ее дорзальный контур тоже. Вот коронарный или корональный, как сказать, их называют как корона вокруг элементов, входящих в состав малого сальника. Да? Вы видите тут край печени. Край печени острый. Еще не произошло никакого изменения формы, а количество сосудов здесь уже достаточно велико, да? Это коллатерали, расположенные в области малого сальника. В норме такого количества сосудов здесь нет. Спленоренальный. Селезенка, если внимательно посмотрите, полностью нижний полюс не выводится, но можно догадаться, что он закругленный, правда? Вот если он так срезан, то здесь он явно имеет закругленные края. Рядом с ним, кстати, селезенка увеличена, да, по сравнению с почкой можем увидеть, она почти в 2 раза длиннее, да? в норме у них сопоставимая длина, почка до 120 в норме, да, и селезенка до 130. Длинник, если сравниваем здесь, селезенка далеко не вся вошла в сечение, и она почти в 2 раза больше. Да? И при этом между почкой и между селезенкой мы видим вот эти сосудики, которые обозначены нормой, номером 3, это коллатерали. Да? То есть принцип их выискивания, он понятен здесь, как раз хорошо заметно их сосудистое происхождение, даже без включения ЦДК. Значит, теперь, если суммировать, то допплерографические маркеры портальной гипертензии это будут следующие. Для воротной вены характерно исчезновение дыхательной вариативности. Она становится такой выраженно уплощенной. У нее нет пиков, связанных с фазой вдоха. Скорость кровотока уменьшается. Меньше 15 сантиметров в секунду. Появляется гепатофугальный реверсный кровоток. Вот посмотрите, если сравнить верхнюю и нижнюю эхограммку, то на верхней он направлен выше изолинии, это в сторону печени, в сторону датчика, а на нижней он направлен в противоположную от изолинии сторону, это гепатофугальный кровоток. Интересно, что он здесь гепатофугальный, но высокий, посмотрите, здесь почти 30, но в противоположную сторону, да? Это там, где уже не мешает сама по себе паренхима, да? Он оттуда отталкивается и течет с повышенной скоростью назад. Как это выглядит на ЦДК? Смотрите, реверсный кровоток. Воротная вена красится в данном случае в синий цвет, а печёночная артерия в красный. Да? Вот они покрашены различно, а должны быть одноцветного исполнения. Что касается печёночных вен, потеря нормальной пульсатильности, отсутствие фазности кровотока и уплощенная форма кривой. Уплощенная, мы говорили, называется портализация, да? Она становится похожа на воротную вену. И, наконец, что касается печеночной артерии, то диаметр ее увеличивается. Понятно, она берет на себя большую нагрузку, потому что перфузия все равно должна хотя бы на первых этапах сохраняться, да? И увеличивается индекс резистентности ее. То есть он становится больше 0,8. Вот мы сейчас здесь собрали все допплерографические маркеры портальной гипертензии. И понятно, что далеко не всегда они будут собраны все вместе. Классическую ситуацию мы встречаем не так уж часто. И это та постоянная, так скажем, ловушка для врачей УЗИ, и искушение для тех авторов учебников, которые и монографии пишут, когда под нозологию все перечисляются какие-то признаки. Ловушка в том, что мы очень редко увидим все эти признаки воедино. Да? Мы увидим один, или другой, или третий. Но их надо увязывать с общей симптоматикой в Б-режиме, с клиникой, и на основании этого делать какие-то выводы. Значит, что касается увеличения диаметра печеночной артерии, то в Б-режиме он может выглядеть как симптом двухстволки. Мы с вами упоминали, что этот симптом может иметь два механизма проявления. Первый за счет расширения желчных мелких внутрипеченочных протоков. Поскольку печеночная триада, студенческая двойка, дуктус, вена, артерия, да, которые в ворота заходят, они дальше ветвятся на всем протяжении, везде в паренхиме эти три образования рядом. Поэтому если из этих трех какой-то один расширяется, то это имитирует симптом двухстволки. Мы, значит, упоминали при расширении внутри печеночных желчных протоков, а здесь это может быть также за счет расширения ветвей печеночной артерии. Не только ее сам ствол, но и ветвь. И вот так вот два параллельно идущих образования. В данном случае, если мы включаем ЦДК, видим, что оба картируются цветом, да? А если это симптом двухстволки, связанный с расширением желчных протоков, то тогда один картируется, другой нет. Да? Чтобы они картировались цветом, надо давать себе отчет, что автоматически вряд ли это получится. Вот вы поставили, помните, то, с чего мы сегодня начинали. По умолчанию заводские настройки все сделаны на средние кровотоки. Да? Здесь, понятно, скорость будет очень низкая. Надо уменьшать ПРФ и надо крутить тоже звукоусиление ЦДК в сторону уменьшения, да, чтобы не было помех, которые закрывают это изображение кровотока. И вот так мы, если все подкрутили, видим это, значит, в режиме ЦДК. И причем, обратите внимание, разнонаправленный ток. Это значит, в вене ток уже гепатофугальный. Да? Это ведь вена воротная, ну, ветви воротной вены, да, мелкие, они двигаются в противоположном направлении от направления артерии. Должны быть одноцветные. Да? В норме мы вот так вот и одноцветные не увидим. Почему? Потому что артерия будет намного тоньше, да, по диаметру. На этом все.